Так, все, хорош, малой, давай теперь 200 в лопатках на технику. Ну, тренер, мне нечего надеть. Ты что, дурной, у тебя 3 пары под носом лежит. Ну так в этом-то и проблема, выбор, это игрушка дьявола. Ну значит, слушай, запоминай и записывай. Ага. Пасенькие лопатки – это кистевые, нужны для отработки техники. Они чуть-чуть увеличивают площадь грибка и позволяют лучше его прочувствовать. Подходят как новичкам, так и профессионалам. Аналом записал. Вторые – это обычные средние лопатки. Они также нужны для корректировки техники, но уже начинают нагружать твои ручонки и спину. Доступны с любительского уровня. Золотая середина, так сказать. Третьи – это силовые лопатки, которые подходят лишь для кроля и лишь для опытных пловцов. Обычно в них плавают спринты или задания с сопротивлением. Ну, в каких поплывешь-то по итогу? Не знаю. Я выбираю помощь зала. О, это тяжелый случай. Нужна ваша помощь в комментариях.